завершаем последний этап формирования полного перечня услуг в ритуальном центре. Фактически предназначено оно для хранения тел умерших в период с момента смерти до проведения похорон. И такой услуги нами раньше не предоставлялось, и это вновь введенное оборудование, порядка 1 000 000 рублей мы потратили на его закупку, установку и монтаж. Фактически мы теперь сможем предоставлять полный перечень услуг по организации похорон, начиная от забора тела с места смерти до непосредственно всех сопровождающих, поставки там необходимых товаров и так далее и тому подобное. То есть сейчас оборудование запущено, и в ближайшее время мы начнем принимать заказы на эту услугу. Если говорить об этом оборудовании, то я могу сказать, что это совершенно новый уровень по качеству. То есть это, наверное, мы достигаем европейского уровня похорон, потому что ячейки, то есть каждое тело хранится отдельно. Это совершенно не то, что есть сегодня и в патологоанатомических корпусах, в частности, в морге нашего бюро судебно-медицинских экспертиз. Новый уровень, можно сказать. Вот такого ритуального центра в Вологде нет. Это единственный первый объект такого уровня для того, чтобы достойно провожать умерших последний путь. Вот именно этот центр создан, он работает вообще по принципу единого окна. То есть, придя сюда, человек может получить полный комплекс услуг, его могут нормально проконсультировать, предложить услуги, товары, начиная от, будем так говорить, подготовки документов на погребение, все необходимые ритуальные принадлежности, копка могилы, доставка тел в другие города и весь, если необходима такая, ну если есть такая необходимость, вплоть до кремации в городе Ярославль.